В Хасавюрте проводится активная работа по реализации приоритетного проекта главы Республики Дагестан «Обеление экономики». Работниками управления торговли совместно с сотрудниками правоохранительных органов и специалистами налоговой службы был проведен рейд с целью снижения неформальной занятости населения. Одним из крупных торговых объектов города является рынок «Дагпотребсоюз», на котором на сегодняшний день свою предпринимательскую деятельность осуществляют более 300 зарегистрированных торговцев. Но, как выяснилось, не все предприниматели спешат узаконить свои торговые отношения. Как отметил заместитель главы администрации, курирующий вопросы торговли Тагир Гаджиев, все индивидуальные предприниматели должны состоять на налоговом учете и вступить в законные взаимоотношения с государством. Со всеми торгующими, кому определены места, чтобы они стали на налоговый учет, получили свидетельство. Ведем разъяснительную работу. Как обозначили участники межведомственной комиссии, на сегодняшний день некоторая часть лиц, занимающихся торговлей, не состоят на налоговом учете и всячески пытаются этого избежать. В ходе рейда предпринимателям было разъяснено, что на осуществление торговой деятельности необходимо получить ряд разрешительных документов и пройти процедуру постановки на налоговый учет. Все рынки будут обследованы, все мы пройдемся по всем рынкам города. Их у нас 18 рынков. Все, кто незаконно торгует, это грубейшие нарушения, они будут поставлены на учет. Работа по снижению неформальной занятости населения будет продолжена до полного разрешения вопроса. На 2017 год план утвержден на 2513 человек. С начала года заключены трудовые соглашения на 756 человек. Поставлено на налоговый учет 620 предпринимателей. Мика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».